В Краснолесье завершилось первенство Крыма по тяжелой атлетике среди юниоров. В нем приняли участие несколько десятков спортсменов из разных регионов полуострова. Из победителей и призеров сформируют команду, которая будет отстаивать честь Крыма на чемпионате России. Что такое работа на износ? Ради мечты прекрасно знает Сергей Белецкий. Юноша занимается тяжелой атлетикой уже несколько лет. Говорит, в этот вид попал, по большому счету, случайно. У него в селе единственной секцией была именно эта. Тем не менее, амбиции у него уже сейчас чемпионские, поэтому Сергей уверен, не он выбрал спорт, а наоборот. Теперь важно доказать это результатами. Я хочу выполнить первый раз сначала на вот этих соревнованиях. Я сейчас перехожу в другую категорию. Буду пытаться сделать кандидата мастера спорта по тяжелой атлетике. Опытные специалисты говорят, что юниорская категория – одна из фундаментальных в становлении будущих чемпионов. Именно в этом возрасте спортсмены отрабатывают технику на относительно небольших весах, чтобы уже в будущем идти на рекорды. Важно, что каждый из этих ребят понимает, тяжелая атлетика не тот вид спорта, в котором победа приходит сразу. Тут надо ждать, работать и терпеть. Очень редко люди, не прошедшие такого уровня, такого возраста соревнований, они становятся какими-либо чемпионами. Это, еще раз подчеркиваю, очень большая редкость. В большинстве своем ребята, чемпионы мира и Европы, и Олимпийских игр становятся, которые тренируются по 15 и до 20 лет. Это касается в особенности тяжелой атлетики. Примечательно, что на всероссийском уровне отчетливо видят крымскую перспективу в тяжелой атлетике. Наши спортсмены давно на карандаше в сборной страны. Некоторые из них уже выигрывали медали в национальном первенстве. Поэтому в Крымском училище Олимпийского резерва на данный вид спорта особая ставка, которую стабильно подкрепляют результатом. Сейчас проходит сбор сборной команды Российской Федерации Московской области. И наш Илья Хрусталев, студент первого курса, принимает там участие. То есть очень приятно, что наши спортсмены уже принимают участие со сборной командой России. Тяжелая атлетика всегда занимала приоритетное место. У нас есть просто на кого равняться. Это Артем Иванов, заслуженный мастер спорта, и мастер спорта межевого класса Денис Мородинов. И у нас сейчас подрастает очень много хорошей молодежи, которую мы думаем, в ближайшее время мы услышим их фамилии. В подавляющем большинстве категорий победу праздновали спортсмены из Симферополя. Теперь на очереди чемпионат России. Несмотря на огромную конкуренцию со всех регионов, в тренерском штабе сборной Крыма верят, что наши силачи смогут зацепиться за награды. Валерий Назарян, Александр Смычек, Время новостей.